Правда же? Папа, вот зайти. Ага. Тут девушка, кто вы? Тут девушка сейчас. Что вы обещали? Депутат Совета депутатов городского округа Подольск Олег Викторович Паскаль. Добрый день, дорогие друзья! Как мы все знаем, городской округ славится спортивными традициями, и одна из добрых традиций это стало торжественная линейка, посвященная открытию спортивного сезона, который проходит уже в четвертый раз. И, конечно, сегодня будет представляться на достигнутом. Удачи, успехов и побед. Спасибо. Дорогие ребята, уважаемые родители, бабушки, дедушки, вот и наступил очередной спортивный сезон. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, мы этот сезон начинаем в нашем тренерском составе. Никаких изменений нет. Это очень здорово. Внимание! Равнение на флаг Российской Федерации. Thank you.
спортивный сезон. За высокие спортивные достижения в спортивном сезоне 2016-2017 года грамотой директора УСЦ «Юность» награждаются тренеры Назаркина Наталья Валерьевна. Елена Валентиновна. Митрофанова Ольга Вадимовна. Станислав Константинович.